Недосказанность – беда. Сколько душ ты разнесла? Он молчит, она все ждет. А вот стрелка на часах все предательски идет. Я хотела все сказать. Молвит дочь, смотря в глаза, что закрыты навсегда. И отец, наверное, хотел прошептать, но не успел. Друг потерян после ссоры. Если кто-то первым не придет, то что нужно не произнесет. Если бы тогда, это худшие слова. Если хочешь сохранить верность сердцу, хочешь говорить, смелей, ни о чем не сожалей. Всегда помни, недосказанность – беда.